не собираюсь затягивать процесс, но есть законные мои права, которые не должны быть ущемлены. Поэтому я считаю, что подсудимые могут говорить то, что написано в законе. Я это говорю. А потерпевшие могут говорить тоже то, что в законе. Они тоже это говорят. Поэтому разрешение суда будет, и мы услышим ответ. То, что касается потерпевших, я думаю, что потерпевшие просто играют сегодня с этим уголовным делом в интересах Авакова и Геращенко. Вы знаете, мне не запрещено иметь до 5 адвокатов. Я считаю, что я сделал все для того, чтобы моя сторона защиты была квалифицирована. Но я смотрю то, что уже и 3 процессуальных прокурора находятся в зале суда. То есть прокуратура не отстает от нас. Поэтому это говорит о том, что материалы этого дела сфальсифицированы, сложно сфальсифицированы. Поэтому прокуратура вводит постоянно новых своих представителей для того, чтобы, я так понимаю, свою позицию отстоять. Материалы были сфальсифицированы, как только Аваков стал министром внутренних дел, а Геращенко стал его советником. Это дело не стоит выеденного яйца. Я не совершал никаких преступлений, никаких действий, направленных на то, что мне вменяется. Но я считаю, что здесь работает сегодня революционная составляющая. Мы видим, что сегодня вокруг цирка, вокруг суда устроили цирк. Я думаю, что мои отношения неприязненные с Арсеном Аваковым известны, а его задача не допустить меня на выборы. Аваков злой человек, и Аваков, по сути, авантюрист, и поэтому я думаю, что его подвиги Арсена Авакова на посту министра внутренних дел еще станут предметом серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов. Какие-то заявления подавали в отношении Авакова? Вы знаете, в отношении Авакова не надо подавать заявления, потому что они попадут самому Авакову, и он, соответственно, их отфутболит. Вопрос заключается в другом. Понимает ли сам Аваков, что он сфальсифицировал это уголовное дело? Этот вопрос задайте ему.